В июле 1481 года монастырь Сан-Донато в Скапетто, нотариусом которого служил отец Леонардо, заказал художнику картину большого формата, которая должна была служить за престольным украшением главного алтаря. Сюжет заказанной картины давно привлекал его – поклонение волхов. Это была классическая тема, над которой размышляли все художники, особенно тосканские. На выполнение заказа Леонардо отвели 30 месяцев. Он с увлечением принялся за работу. Его замысел был грандиозен. Он задумал не больше, не меньше, как обновление жанра. Прежде всего, Леонардо перевернул перспективу, поместив на заднем плане множество людей с тщательно прорисованными лицами. На переднем плане из сфумата выплывают смутные очертания Богоматери и младенца Иисуса. Более никого. Ни отца, ни осла, ни вола. Художник отказался и от прочих атрибутов классического сюжета, таких как ореол вокруг головы младенца и традиционные зашифрованные смыслы. Как и следовало ожидать, публика была шокирована. Новизна трактовки обеспокоила заказчиков и восхитила собратьев по искусству, сразу же возвысив Леонардо до уровня самых великих из них. Монахи были крайне недовольны. То, что представил им Леонардо, оказалось совсем не тем, что они заказывали. Художник же, успевший уже израсходовать все, что получил от заказчика в качестве аванса, запросил у них еще денег для переноса рисунка с картона на панно. Монахи заплатили только на сей раз натурой, чтобы у Леонардо были средства к существованию до окончания работ – зерном, вином, дровами. А тот опять все израсходовал еще прежде, чем приступил к завершающей стадии работы. Монахи были в ярости, и тогда Леонардо бросил работу, в очередной раз отказавшись завершить начатое, после того, как почувствовал пренебрежительное отношение к своему картону. Картон поклонения волхов не остался в монастыре. Леонардо передал его своим друзьям Бенчи. Он отлично знал, каким новаторским произведением является его картина, даже и в форме картона. Поэтому считал необходимым сохранить ее. Поскольку монахи отвергли ее, она будет принадлежать ему. Во всяком случае, Леонардо был убежден в том, что даже если бы завершил работу в установленные сроки, монахи все равно не приняли бы ее. Слишком резко контрастировала она с традиционными представлениями о том, как надо интерпретировать этот сюжет из священной истории, восходящих к средневековым легендам о царях-магах, принесенным крестоносцами с Востока. Монахи Сан-Донато в Скапетто 15 лет терпеливо ждали появления художника, достойного Леонардо и способного завершить поклонение волхов. Им оказался сын Липпи, Филиппини, лучший ученик Боттичелли. Трудно сказать, почему Леонардо взял за правило не доводить до конца работу по выполнению полученных заказов. С тех самых пор, как у него появилась собственная мастерская, он не сумел завершить ни одного из своих произведений, выполняемых на заказ, не говоря уже о том, чтобы сдать работу в срок. Больше он ничего не доведет до конца, хотя его святой Иероним и заставил говорить о себе. Он забросил его в углу мастерской, не имея ни малейшего желания и терпения завершить работу. Возможно, не случайно сквозит тревога в словах, которые он любил повторять. Сколько времени уходит впустую. Почему Леонардо бросил работу над самым завидным из полученных им заказов? Загадка. Возможно, это как-то связано с тогдашним намерением Лоренцо Великолепного направить лучших художников Флоренции в Рим, расписывать знак примирения с папой Сикстом IV его новую капеллу. Лоренцо заявлял, что отобрал для исполнения этой миссии лучших во главе с Боттичелли, лучших художников, как посланников тосканской культуры. Но среди этих лучших не было Леонардо. Какие чувства испытывал он при этом?
ревность, досаду, огорчение. И тогда он принимает решение бежать, исчезнуть, покинуть Тоскану, которая определенно недостойна его, страну, во главе которой стоит Лоренцо, самый безобразный человек, какого Леонардо когда-либо встречал в своей жизни. И по сей день еще с Медичи связано большое недоразумение. Подлинным меценатом был не тот Лоренцо, которого история нарекла великолепным, но его внучатый племянник, именующийся также Лоренцо Медичи, однако затерявшийся в тени славы великолепного. Это он поддерживал своими заказами творчество художников эпохи Ренессанса. Лоренцо же великолепный умел только собирать драгоценные камни и тратить деньги республики на проведение своих праздников. Он не помог никому, ни одному художнику, ни одному скульптору. Ему приписали потрясающую художественную интуицию, в действительности отличавшую его внучатого племянника, поскольку из двух имен Лоренцо Медичи история сумела сохранить лишь одно.